Коллеги, добрый день. Многие спрашивают, как насчет отправки в Украину. Ну, как бы, вот смотрите, вот это все, что за моей спиной, это вот все вот идет в Украину. Там я сейчас отправил на телеграм-канал кружочки. Почерк небольшой насчет поставки в Украину. Можете зайти посмотреть. А так вот эти вот все товары, все на Украину. Вот он ДВС на крузак. 20-й, 200-й, все пойдет на Украину. Это вот бампера перед зад на Хабал H9 22 года. Это правда пойдет в Россию. Калитка тоже в Россию пойдет, тоже на Хабал. Ну а вот то, что все за моей спиной, все это вот сегодня вот отправится в Украину. Вот. Так что я думаю, нам более-менее, чем дал развернутый ответ. По стоимости, сколько стоит, ну, предоставляйте информацию о товаре, о весе, об объеме, что за товар. И мы сможем просчитать логистический вариант до доставки. То, что вот за моей спиной все эти товары, это под группой серого товара. То есть этот товар весь идет без документов. То, что касается по белой, ищите, звоните, тоже, естественно, все отправляем. Ну, естественно, только по контракту, с оплатой на расчетный счет нашей компании в Китае или в Гонконге. Вот. Так что возникли какие-то вопросы, пишите, звоните. Вся информация дублируется на Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме, на Фейсбуке, везде, где только можно. Ну все, с уважением, Евгений, всем добра.